Здравствуйте, дорогие друзья! У меня очередная распаковочка. Здесь два растения всего. Думала, не буду больше заказывать эти растения. Как бы я немножко к ним, я уже говорила, подостыла. Но нет, как увидела, что-то во мне проснулось. Опять желание купить. Это хвои. Да, это хвои. Одно время в прошлом году я как-то заболела ими. Накупила очень много сортов. Вот. Потом до меня, конечно, это дошло, что они растут, будут занимать огромное пространство. Ну, это хвоя мне очень понравилось. Это один сорт хвои, но, как сказать, разный по, скажите, ну, по окрасу, что ли, так можно сказать, да? Ну, сейчас посмотрим. Вот сколько газеты. Давайте сразу пошумлю. Раскрою обе. Вот, значит, сначала я заказала вот эту. Это хвоя Полинейра Альба. Альба. Сейчас. Вот она. Красота вот такая. Здесь она уже с ростиком. Все отлично. Полинейра. Вот, да, написано. Полинейра Альба. Вот такой череночек. Хороший уже. Хвоя не из дешевых. Но мы ищем, да, где бы подешевле, где бы маленькие. Я покупаю чаще всего маленькие. Они как-то и побюджетнее, и по карману не бьет, да? Ну, как бы и места не занимает для начала много, да? Пока вырастет. Вот. А это и мне, в принципе, нравилась еще Полинейра. Она есть сильвер, такая серебристая. Я спросила у продавца. Она сказала, что есть, но срезом. Вот срез, как бы я у нее попросила. Так, ну срез, я так смотрю, дошел не очень. Угу. Как-то она немножко, видите, съежилась. Ну, может быть, того, что ей влаги не хватает. Она тонколистная. Вот, сейчас я ее в воду поставлю. Видите, она немножко вся такая съежилась, да, вот видите, ей, наверное, не хватает влаги. Ну ладно, ничего страшного, надеюсь, получится мне у меня ее укоренить. Я большинство хвою укореняю в воде, они замечательно дают корни в воде. Кстати, у нее уже, смотрите, такие, если вы видите в камеру, нет, наверное. Вот, да, белые точечки, видите? Это уже корни будут. Вот, поставлю в воду. Ну вот, друзья, это замечательно дошла. Вот у нее даже корни видны через скотч. Все хорошо. Вот, ну, вот двух таких красоток я сегодня получила. Буду выращивать. Я постелила, друзья, буду сейчас пересадки. У меня будут пересадки. Буду снимать. Так что такие дела. Все, друзья, на этом я заканчиваю свою такую небольшую распаковочку. Желаю вам всего самого наилучшего. Заходите в гости. До свидания.